дело. Добрый вечер, меня зовут Лиля. Наш проект – мясной ресторан с известным шеф-поваром и телеведущим Константином Ивлевым. Название – Чик-по, что в переводе с английского – курица-свинина. Проблема. В окружении данной местности нет ресторана с доступными ценами. Только рестораны с высоким чеком и шаурма, киоски с непонятным качеством. Решение данной проблемы – открыть ресторан с уютной атмосферой, где можно вкусно и сытно поесть по адекватному среднему чеку. Находится ресторан по улице Грузинский вал, рядом с Белорусским вокзалом. Площадь 536 квадратных метров. Открытие планируется в марте 2020 года. Интерьер в стиле лофт, первый этаж, много ярких красок, деталей и акцент на курице-свинине. Подвальное помещение, техпомещение, первый этаж, кафе, бистро, второй этаж, ресторан, кухня и административные кабинеты, третий этаж. На первом этаже кафе, бистро будет открываться с 6 утра, захватит утреннюю аудиторию, быстрые завтраки, самообслуживание. Также будет открыта небольшая кухня, весь рабочий процесс на глазах у посетителей. На втором этаже ресторан будет работать с 11. В большом просторном зале будут также проводиться банкеты и свадьбы. Разработано меню из курицы и свинины. Также будут дорабатываться все виды мяса, рыбы и морепродукты. Также будут полуфабрикаты собственной торговой марки. Подарки именинникам, комплименты от заведения, акции, скидки. Основной конкурентный товар тарана, это прямые работы с птицефабриками в России, Белоруссии и Украине. Безотходное производство. Свинина и курица, как основные продукты меню, имеют сезонности и потребляются одинаково хорошо при любой погоде в любое время суток. Высокий пешеходный трафик рядом с зданием. 6-7 тысяч человек в день. Также к этой аудитории прибавятся фанаты Ивлева и его знакомые друзья. Средний чек ресторана 1800 рублей, средний чек кафе 750 рублей. Константин Ивлев, он же основатель компании Ивлев Групп, он же основатель и президент Федерации профессиональных поваров и кондитеров России, он же телеведущий нескольких передач на нескольких каналах, в числе которых «Адская кухня» на ножах на пятнице. Он откроет ресторан под ключ, подберет персонал, обучит, будет принимать личное участие в рекламных и статусных мероприятиях. Наша команда – Константин, Александр сам, собственники бизнеса Альберт Лиля, Олеся наш сам. Мы будем, собственники бизнеса, отвечать на все вопросы арендодателей, команды Ивлева и инвесторов. Будем вести контроль работы и открытия ресторана. На сегодняшний день разработана концепция, сформирован план меню. Подписан договор с арендодателями, подписан договор с Ивлевым на 1 год. Пролонгация минимум 3 года. Наша цель – оборот в 2020 году минимум 130 миллионов рублей, в 2021 минимум 170 миллионов рублей. Предложение. Требуется 47 миллионов рублей на открытие ресторана. Доля инвесторов первые 3 года – 70%. В последующих годах с 2023 – 50%. За 3 года возвращаем полную сумму. Инвестирование инвестора – 47 миллионов. Рефинансирование прибыли – оборот 3 миллиона. Итого 50 миллионов рублей. Инвестируйте в наш проект. И кроме денег вы получите свой ресторан, в котором сможете проводить встречи и просто вкусно поесть. Благодарю за внимание. Фотографируйте контакты, подходите, отвечу на любые ваши вопросы. Спасибо большое, Лилия. Лилия Садыкова.